Мы находимся в Майами на Коллинз-авеню, где сейчас проходит Yachts Miami Beach 2016 выставка. Такие красивые автобусы ездят по городу с рекламой. На выставку пришло очень много человек. Но размеры, конечно, вообще потрясают. Чтобы добраться из одного конца выставки в другой, по Коллинз-авеню ходит бесплатный автобусик. Вот мы видим яхты, особенно Маша 2, прекрасное название. Мне кажется, Ира 1, Ира 2, Ира 3 тоже были бы the best. Мы можем смотреть, видите, какие модели интересны. Окошки можно смотреть на море. На выставке представлено очень много компаний. Austin Parker, Bahamas Boatwork, Bavaria, Bertram, Neptunus, NorthEdge, Ocean Alexander. Честно, мы даже все не смогли просто обойти физически. Наверное, таким ярым поклонникам интересно. Мы, наверное, прошли треть где-то выставки. Были, конечно, потрясающие очень яхты. Ну, в основном это были яхты в лизинге, но, мне кажется, много было и собственников, так по виду.